Гавриилу в новом магазине развивающих игрушек «Вундеркинд» очень нравится. Практически все игрушки ему по душе. Они и настроение поднимают, и логическое мышление развивает. Тем более домашние игрушки, признается Гавриил, ему уже немного поднадоели. Только планшет играю именно. А что, у меня есть дома игрушка свинка. В новом открывшемся магазине «Вундеркинд» понравилось не только Гавриилу, но и другим детям. Мне больше нравится тут лего. Оно развивает логику, мышление, моторику рук. В этом магазине есть все для развития ребенка от 6 месяцев. Умные игры и игрушки разработаны при участии психологов и педагогов. «Вундеркинд» – это сеть магазинов по всей России. Всего в нашей стране их 200. Кроме полезной продукции, в магазинах «Вундеркинд» проходят и акции. Сейчас, например, разыгрывается электромобиль. При покупке игрушек нашей фирмы заполняется сертификат. И потом мы анкеты отправляем в Москву, и они там разыгрывают приз. А потом в каждом городе, помимо этого, еще будут поощрительные призы, помимо главного приза. Также во время открытия магазина «Вундеркинд» пришедших в гости детей развлекали своей программой сотрудники Центральной библиотеки. Для ребят было организовано множество игр, танцев и конкурсов. Но самым интересным все-таки был розыгрыш призов. В начале мероприятия они заполнят анкету, в которой укажут фамилию, имя, отчество, свои данные. И в конце мероприятия будет розыгрыш призов. Именно чью анкету вытащит герой, один из героев сегодняшнего мероприятия, Буратино, тот ребенок и выиграет. Конечно, кто игрушку не выиграл, может ее купить. А тем родителям, которые все-таки решатся порадовать своих чад, полезно знать, что каждой покупаемой игрушке дается карточка-инструкция. Там прописаны все рекомендации, как с помощью умных игрушек развивать детей. Магазин развивающих игрушек «Вундеркинд» работает с 10 часов утра до 7 часов вечера, без перерыва и выходных. Адрес магазина – 13-й микрорайон, 64-й дом. Дмитрий Самойленко, Ильшат Ракаев, новости Губкинского.